О, монета, монета, вижу, смотрите. Смотрите, монета. Вот она лежит. Друзья, всем привет, вы на канале «В поиске Клара» с Серегой. Ну что, друзья, фиг ли дома сидеть, надо искать место, где хоть чуть-чуть можно прокопать. Здесь хоть какая-то возможность походить. И вот я выдавливал одну вещь из земли. Выдавливал с отличным сигналом. Смотрите, что мне попалось, ребята. Вот тут у меня прошел очень хороший сигнал, мощный. И выпала такая вот круглая фигня, походу отсеялки. Похоже, что отсеялки. Ой, что такое? О, видите? Какой сигнал был мощный. О. Вот тут я эту фигню выдавливал. Ладно, все, копаем дальше, ищем, ищем. Эй, мужик, что случилось? Да вот, только купил металлоискатель, уже сломался. Так надо знать, где заказывать. А ты что, знаешь? Конечно знаю. Где и все? У деда Мити. А, все понятно. Эй, мужик, ты куда? К деду Мити. А это правильный выбор. Магазин у деда Мити, товары от топовых производителей. Самые низкие цены и гарантия качества. Сотни положительных отзывов от покупателей. Кладоискатель рекомендует магазин у деда Мити. Чтобы получить бонус или скидку на металлоискатель, при покупке используйте кодовое слово «клад» от моего канала. Ссылка на магазин в описании под видео. А у меня вылезла монетка. Правда, советская, но монетка. 5 копеек. Сигнал был вообще чисто вот этой проволоки. Но монета. 61 год. 5 копеек. Так, вот такие вот 5 копеек. 1961 год, самый популярный год. Хрущевская реформа. Где вот склоны идут с возвышенностей. Вот на склонах уже земля оттаяла и можно копать. Где пониже, все, лед галимый. Не прокопаешь нифига. Где получится, там покопаем. Где не получится, там не будем копать. Оставим на следующий раз. Вот земля промерзшая. Камень. Каменистая. И вот ради такой вот гадости приходится ее долбить, друзья, ради пробок. Потому что место здесь старое. И приходится копать сигналы все. Но здесь я уже хожу 10-й раз, если честно. Смотрим, что не добрал. Ищем, ищем. Вот сколько сигналов левых. Где же вы, монетки мои? Так, проходит у нас сигнал такой глубокий. Есть надежда на монету. Ну, сейчас выкопаем, будет видно. Монета это или не монета. Сейчас мы, конечно, выкопаем, ребята. Смотрите, камень, земля, все. Сигнал глубокий. И как я его копаю? Вы скажите. Вот как я его выкопаю? Посмотрим, ради чего мы тут долбили. Ну, монета. Монета. Да. Это монетосина. Это монетосина. Не зря мы долбили. Фу. Обалдеть. Смотрите, как глубоко лежало. Даже очень глубоко. Офигеть, взяла. Аппарат взял на такой глубине. Скажу вам, ребята, что я такой монеты ни разу не видел. Похоже, что-то это из Речи Посполитой. Одни буратосы попадались. Блин, подубитая, конечно, офигеть можно. Даже убитая. Но я обязательно разберу, что это за монета. Может, какой-то шеляк. Не знаю. Медный. Но какой-то он крупноватый.
Может, что-то номиналом побольше буратоса. Короче, я разберусь дома и обязательно вам приложу. Ну, блин, прикольно вообще. Такого я еще ни разу не находил. Какой монеты первый раз вижу. Вообще, что-то думал, на чем Рим какой-то. Обалдеть. Ладно, разберемся. Ну, во. Как-никак коп удался сегодня. Что-то новенькое нашел. То, чего еще ни разу не находил. Прикольно. А, ребята, смотрите, какая жесть полная. Выдавливал я тут лед. Землю промерзшую. И разрубил наперсток. Просто его расхерачил. Как жаль, я же их коллекционирую, типа. Не было промерзшей земля бы, ни за что бы я его не разрубил бы. Я бы аккуратным пином бы и выковырил бы его. А так вот такие вот беды происходят. Надо, короче, больше брать. Ну, нафиг. Наконец-то у меня царская монета попалась. Ну, наконец-то. 1 копейка, николаевская, походу. Сейчас посмотрим вместе, ребята. По-моему, 1892. Так особо не могу разглядеть, потому что она подубитенькая вся. Но факт, что царек, наконец-то. Блин. Вот здесь стоял, ребята, дом. 100% здесь стоял дом. Очень много здесь монет я поднимал. Вот опять вылазит монета. Трава села. И вылазят новые находки. 100 пудов дом был. Вот прям холм. И где-то здесь стоял домяра. Здесь бы шурбу где-нибудь сделать, где фундамент был. Но не сейчас. Так, какая-то шестереночка попалась. От старинного механизма. Скорее всего, от часов. Ну, звенит цветным сигналом. А на вид как будто черняга какая-то. Очень старая вещь. Наверное, кукушка была. Ку-ку. Прямо лежал на самом верху. Пальцами даже подобрал ее. Вот. Верховой сигнал был. Лучше бы монеты так бы сверху лежали. Ого, осколок какого-то старого инструмента. Мерительного, что ли. Смотрите, видите, какие-то метки даже стоят. Риски. Что это такое было, непонятное. Может, весы какие. Не знаю, что за прибор такой. А может, какие-нибудь часы доисторические. Ребята, фиг его знает, что это такое. Ну, что-то такое было интересное. Остался только осколок один. Ай-яй-яй-яй-яй. Бороздим, бороздим наше поле. Поле. Ну, попалось мне еще парочка вот таких монет литовских. Одна. И через буквально несколько метров вторая попалась. Две штучки. Литовские монеты. Довольно часто попадаются. Но это, скорее всего, дело рук тракториста. Тракторист посеял. Потому что в поле. Нажрался, наверное. Пробок накидал и посеял. Эй, ты куда? Далеко не уйдешь от меня. Ладно. Вот наши монетки. Сегодня. Ну, это вообще таз. Будем разбираться, что за монета. Прикольно. 17 век по-любому. Походим еще немножко, ребята, поищем. Так, проходит у нас сигнал такой глубокий. Есть надежда на монету. Центр. Давай, придется по-любому долбить. Сейчас попробую. Сейчас выкопаем, будет видно. Монета это или монета. Мы, конечно, выкопаем, ребята. Смотрите, камни на земле. Все. Так, пощупаем. Во-во, где-то здесь. Вот она, где-то здесь лежит что-то. Вот здесь вот. Надо было доставать аккуратно. О, монета, монета, вижу, смотрите. Смотрите, монета. Вот она лежит. О, красавица, смотрите, ребята. Сейчас камеру переключу, подожди.
Что, подожди, кому подожди? Я подожди. Сейчас переключу камеру. Так, переключил камеру. Смотрите, красавица какая здоровая лежит. Не иначе 2 копейки. О, смотрите, какая здоровая, ребят. Или пятерка Николаевская, а? Что это? Ребята, офигеть, лысая, конечно. Я не знаю, что это. Блин, лысая зараза. 5 копеек для Николая Первого. По любасу. Ай-яй-яй. Сейчас почище попробую получше. Может, что-нибудь разглядим, хоть год какой-нибудь. Посмотрим. Ну, монета подубитая, но разглядеть можно, что это 5 копеек серебром. Николай Первый, скорее всего, 1842 год. Двойку вижу. Двоечка просвечивается. А вот цифры там даже скажут, 42-й, скорее всего. Затертая. Ну, толстая триндец, смотрите, какая толстяк. Блин. 5 копеек. Офигеть, какая здоровая монета, ребята. Ну, сегодня удачно. Начало сезона, можно сказать. Такое более-менее толковое. Ну что, друзья, давайте глянем, что нам сегодня удалось накопать. Ну, смотрим наши находки. Монетки у нас сегодня. Монетки, одни монетки. Вот такие 5 копеек. Первый раз такие я нахожу. Или 3 копейки, ё-моё. Слушайте, это, по-моему, 3 копейки, а не 5. Да. Или 3, или 5. Короче, ребят, нет, 5. Конечно, такая крупная, только 5 может быть. 5 копеек серебром. 5 копеек советской 61-го года. Это 42-го. 1842-го, скорее всего. 20 центов, 2 цента, ладно. 1 копеечка николаевская. Такая вот. И неизвестная монета. Ну, уже известная вам. А вот мне пока еще неизвестно, потому что я домой еще не приехал и не посмотрел, что это за монета. А вы тоже посмотрели, хитрюги. Вы уже знаете, что это за монетка, а я еще нет. Ладно, все. А, еще гора мусора, смотрите, какая, ребята. Почистили поле. Это очень хорошо. Поля надо чистить и забирать мусор с собой. И выкидывать куда-нибудь отдельно, в ямку. Ну вот и все, друзья. Вы на канале В поиске Клары с Серегой. Кто не подписался на канал, не забудьте подписаться. Будет интересно, да? Пока.